Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Cat Quest. Ну что, мы отдохнули, выспались, сохранились. И пора брать нам с вами, наверное, задание с доски. Восточный экспресс. Мне нужна помощь в пополнении запасов Вибриса. Было бы неплохо помочь Вибрисе, прежде чем спрашивать у нее о рецепте. Вы вернулись? Понимаете, обычно мне доставляют новые припасы. Но поставщики стали очень осторожны, потому что последний курьер пропал. Ой, ох, не может быть. Именно, теперь мне нужна помощь в доставке припас. Конечно, только скажи, где их искать. Вам нужен будет Пурладий для оплаты. Я покажу, где все можно найти и забрать. Сначала надо найти Пурладий для оплаты, а потом забрать припасы. Ясно? Яснее некуда, ребята. Восточный экспресс, дополнительное задание. Побежали. А ну-ка, разойдись, мелочь. Кошара идет за Пурладием. На котовые поля. Ага, значит, вот так мы с вами сделаем. Зачем нам бежать, когда мы можем летать? Да, ребят? Че, мы зря, что ли, это все изучали? Так, что у нас здесь? Да, у нас богатый выбор. Либо кот, либо компот. Пустая пещера, да, у нас тут? Нам либо сюда, либо туда. А, пустое логово. 25 уровня как раз для нас, ребятушки. Ух ты. Все сейчас у меня здесь схлопочат. Надо будет жарить магии. Так. Ай-яй-яй, вот эта вот магия очень плохо на них действует, как я посмотрю. Ну да не беда. Главное здесь нам их всех победить. Вскрыть сундучок, посмотреть, что здесь у нас будет. И достается нам... Ага, мохнатая броня 13 уровня. Ну, я думаю, она все равно еще пока слабенькая. Мы будем ходить... Оу, щегол. А ну-ка. Не нравится? По таким же шипам ездить, я посмотрю. Блин. Ладно, огрели. Пойдемте заберем вот эти вот 4 монетки. Так, по плюс 2 голды получили. И будем дальше спускаться вниз вот сюда. Мышки летающие. Ага, здесь еще и маг бегает. Ладно, давайте-ка мы с магом разберемся. Все-таки 25 уровень. Они здесь для нас очень слабенькие. Поэтому я особо сильно здесь не стараюсь. Просто кромсаю всех налево и направо. Очищено. Вы подобрали Пурладий. Это волшебный металл. Неужели им расплачиваются? Ниу, пора забирать припасы. Хорошо, ладно. Мы забрали этот Пурладий. Теперь, подождите-ка, здесь у нас ничего нету? Нету. Теперь мы будем расплачиваться. Только с кем? Непонятно. Куда нам стрелочка? А, вот. Смотрите-ка, разбери их топорок. Все, лежат. Так, что у нас здесь? Хм, бандитов нет. Они притихли. Горожанин указывает на вас и протягивает лапу. И что тебе нужно? Вы отдаете ему Пурладий. И сундучок у нас тут. Хм, может открыть надо? Фу-фу, где? Так долго я волновалась. Там территория западного Лапска. Они хотят знать мой рецепт Вибриса. Мы просто хотели узнать, что там. Нет, нельзя туда заглядывать. Даже одним глазком? Нет, пройдет. Ну ладно тебе, только гляну. Нет. Вот, возьмите, твоя пата. Доспех рыцаря, 20 уровень. Этот аж опупел. Что-то с Вибрисой не так. Надо рассказать Махнолапу. Пойдем в западный Лепск. Пойдем, фили нам тут делать. Так, стрелочка нам указывает, куда нам нужно идти. Но мы, конечно же, не пойдем, мы полетим. Может, все-таки летающие коты. Летающие, по воде ходящие. В общем, нам ничего не страшно. Ну, как далеко бы мне пришлось бежать, а, ребят, смотрите-ка. А так, с ветерком попутным. Хм, сдается мне эта ловушка. Так. Не нравится мне это все. Ох ты! Дракот появился. Так, тихо. Не буянь, мелочь. Тебе все равно со мной не справиться. Как бы ты этого не хотел. О, двое уже, ладно. Черт подери, потихоньку, потихоньку колбасят.
Дайте я зажарю малька. Чё-то на них магия очень плохо действует. Будем разбирать так. Так, как говорится, с подручными. Опа. Все, готовы огурцы. Ладно, ладно, ха-ха-ха. Раньше ты был слаб, как котенок, а теперь посмотри на себя. Да уж, вот спасибо тебе, так спасибо. Пришло время для нашей встречи. Твоя сестра ждет тебя у ледяной лапы. Набраться сил перед решающим сражением не помешает, верно? Пошли, я знаю, где это можно сделать. Смотрите, этот кот у нас все знает. А мы отдохнем, восстановим себе здоровье, сохранимся заодно, да, ребят? И пойдем в путь дорожку. Зачем идти, когда мы можем, наверное, ребята, полететь? Все время забываю, что мы умеем летать. Ох, как далеко у нас. Что такое? Драконий покой? Для начала наведаемся в гробницу драконов и зачистим ее. 45 уровня, как раз под меня практически. Ох, сколько здесь этих упырей. Так, ежики в тумане, разберем. Так, тихо, нет. Не получится нахрапом, наверное, да, ребят? Ну, хотя это ежики. Они не настолько страшны и очень медленно копят свой удар, поэтому я их быстрее разберу, чем что-то мне, так сказать, сделает. Тихо. Так, отлично. Все, ежиков нет. А вот дракончики, блин, летающие еще к тому же ледяные, будут мне... Да, ребят, смотрите-ка. Наносим... Довольно-таки слабый урон. Блин, да что ж такое-то, а? Достал ты уже. Так, а их там еще трое. Ну-ка, что у нас тут в ящичке достанется? Меч, какой-то меч. Бросовое оружие. Бросовое, ну ладно, фигня какая-то. Так, иди сюда. О, не-не-не-не, не надо двоих, не надо. Смотрите, да, я применяю огненную магию на ледяного дракона. Точнее, виверну, или как это назвать. И хоть бы фиг ему. Обычно огонь со льдом не дружит. Он должен получать усиленный дамаг. А он не шишак. Как будто я его просто так по головке глажу. Так, ладно, подхил. И у нас там еще один ледяной. Так, да отвяжись ты, а. Так, подхила у нас нет, так как у нас нету маны. Блин, ладно, сейчас заработаем, не волнуйтесь. Ну давай, хорошая же овечка. Так, иди сюда. Ай-яй-яй. Вот теперь накажем ее. Так, отличненько. Еще одна овечка. Потом у нас там идет виверна. И я так понимаю, посередине это типа как босик, что ли, или главный тут у нас. Короче, черепушка это летающая. Так, подхил. Ну, иди сюда, ледяная виверна. Давай с тобой подтолкуем. Ну, в данный момент она удачно для нас стоит. Магия расходится в другую сторону, поэтому можем ее атаковать. Главное избегать обычного удара. Вот этого. Так. Ну, отлично, грохнули. Подхил, ну я думаю, что нам нужно идти на этот черепок. Так, давайте-ка мы с вами, наверное. А у нас есть что-нибудь получше-то, действительно, а? Ага. 13 дает. Во, вот это мы. А я в чем бегал там? В каких-то тряпках, что ли? Давайте оденем. Так, ну, а топорик, по-моему, у меня пока еще ни одно оружие не переплюнет. Так что мы его, наверное, менять с вами не будем, да? Даже вот эти все мечи, что я получил, ледяной, огненный, там еще какой-то, никакого толку от них нету. Ладно, давайте мы с вами заколбасим этот черепок. Так, тихо, тихо, не буян, иди сюда, иди ко мне, говорю. Так, вылетай сюда, будем где попросторнее драться. Я его должен заколбасить в любом случае. Выбегать отсюда мне нет понту, потому что придется все заново потом проходить. Также я не смогу подхилиться. Нужно действовать предельно аккуратно. Так, тихо, тихо, тихо. Разбуянился, а, шакал. Ну-ка давай, вот так вот. Главное вовремя отходить, не стоять на этих шипах. И у него причем здоровья уже очень и очень мало. Наверное, еще пару заходочек с вами сделаем. Так, одну сделали, а добили. Эй, большелап, выходи, подлый трус. Тишина какая-то. Ха-ха,
Ты прошел испытание, я жду снаружи. И 44 уровень мы с вами получаем. Блин, вот эта вот доска меня смущает, а? Я думал, что будет что-то с ней происходить, но, как видим, ни шиша нету. А как же мне вот эту сферку подобрать, а? Что, она так упала, что я не могу до нее дотянуться? Очень странно. Ладно, давайте тогда будем отсюда выходить наружу и смотреть, что нам скажет Большелап. Так, вот он. Смури, твой друг не промах. Давакот, говоришь? Так точно. Да, Большелап, и теперь мы хотим, чтобы он стал еще сильнее. Хм, да-да. Сперва тебе стоит узнать о великих древних. Следуй за мной. Так, полетели. Куда он тут нас хочет привести? Что он нам должен рассказать о великих древних? Оу, смотрите-ка. Это, котятки мои, великий древний. Что, правда? Я и понятия не имел, что они выглядели вот так. Давакоты и великие древние жили душа в душу, хо-хо. Тут неподалеку старые руины, найди меня там, когда будешь готов. Оу, на халяву получили 45 уровень. И где руины? Так. Нам, ну... А, вот. Значит, вон там он нас ждет, внизу. Ну, полетели тогда. Посмотрим. Ответы на свои вопросы ты узнаешь, только избавившись от всех монстров. Ага, значит, нам нужно заходить вот сюда, в эти руины. Ой, 45 уровень как раз мне подстать. А здесь у нас руки, их мы будем жарить. Чё-то я не понял, а чё так хиленько-то жарит? Ой, по-моему, придется, ребят, переодеваться опять же в магические шмотки. Я уже, честно говоря, и не помню, какие здесь самые лучшие. Так, по-моему, шапка, да? Ну, вроде бы ничего лучшего мы пока не находим. Так, по одежонке что у нас там получается? Ага, 105. А есть покруче что-нибудь? Так, вижу, 23 в плюсе. Ну и, соответственно, возьмем посох. Плюс 20. Все? А, нет, смотрите-ка. Вот так вот будет круче. 170 магии. Сейчас мы эти лапы должны на раз бухать, да? Я был прав. Так, давайте еще одну сожгем. Сдохнет. Ага, да должна. О, отлично. Так, у нас тут еще два сундучка. В этом нам достанется какой-то меч. Клинок ниндзя. Но он слабенький, вы сами это видели прекрасно. Так, белочка. Ой, как я хреновенько бью ее этим посохом. Ладно, не будем пока трогать. Давайте, наверное, разберемся с лапами с этими. Зажарим их все, а потом уже переоденемся и добьем тех сосунков, которые здесь у нас бегают по окраинке. Так, черепок летающий, пока он нам здесь не нужен. Ладно, тут у нас ежик. И там кошара. Все. Можно, в принципе, смело переодеваться обратно. Я уже забыл. Жалко, здесь нельзя, знаете, как во многих играх, сет. Запоминаешь там на кнопочку 1, на кнопочку 2, и просто-напросто нажимаешь их, и в любую секунду можешь менять. Нет, приходится заходить, все старое вспоминать, что у тебя одето, находить лучшее, обратно это надевать, и вот это вот, конечно, запаривать, если честно. Ну что у нас здесь в этом сундучке будет? И достается нам посох, ребята, 39 уровня он стал. Так, давайте-ка, наверное, разберемся с этим кошарой. Да хорош ты. Так. Блин, не нравится мне вот это вот место, где мы с вами деремся. Слишком тут узкое. Блин, очень мало жизни. Так, может быть, выйдем отсюда? Вот где-нибудь тут, попросторнее. Будем с ним драться. Да, черт подери. Я все время забываю, что у него удар есть, потом еще магический удар, тоже круговой. Я все время про это забываю, поэтому влипаю в такие дурацкие ситуации. Так, отлично. Ау-ау-ау-ау. Все, надо добивать его, хорош. Замечательно. Подхил, и у нас здесь, кстати, ежик. Ежик нам тоже не помеха, мы его сейчас быстренько расколбасим. Ой, да он вообще вата. Все. Его мы с вами подбили. Кто-то еще у нас, да, здесь, по-моему, остался. А, черепушка эта летающая. Ё-моё, блин. Ну, вроде бы
с житухами нормуль. Должны потянуть мы его. Ага. Не тут-то было. Черепок, получи. Иди сюда. Ну, что ты там стоишь? Ну, бей. Ага. Не-не-не, заколбасим в любом случае. Все, грохнули мы его. Этот сундук, наверное, мы не сможем, да, открыть? Ага, так и есть. Ключ. Где эти ключи брать? Задолбался я уже искать их. Уже практически игру прошел, а ключей так и не видел этих. Где их находить, ума не приложу. Так, ладно, забираем сферки. Здесь у нас белочка и маг. Ну, мага мы сейчас быстренько заколбасим. Ну, давай, иди сюда, сейчас огреешь. Ага. Получил свое и добивочный. Все, отдыхает. Ладно, осталась тут только белочка. И, в принципе, все, зачистка у нас здесь сделана будет. Хм, ничего не происходит. Давай вернемся наружу. Как скажешь. Пойдем, выйдем. Может быть, что-то изменится от этого. Но здесь действительно ничего не происходит. Ой, что-то у меня опять странные чувства. Мяу. Обнаружен Давакод. Запускаю запись 3345. Хм. Драконья война окончена, но проблемы с Аэлиусом продолжаются. Да, Давакоты набрали слишком большую силу. И Аэлиус, он... Он не хочет избавляться от своих творений? Аэлиус, предатель, я знаю, что ему нужно. Он планирует использовать своих Давакотов, чтобы захватить власть. Ну что, на чем договоримся? Нужно открыть проход в нулевое измерение. Этот Аэлиус один из великих древних, я в этом уверен. Я, наверное, тоже. Так это он создал Давакотов? Не знаю. Хо-хо, не бери в голову, скоро все разрешится. Вперед к новым свершениям, хо-хо. Так, и нам опять надо куда-то лететь. Ладно, полетели. Так, мы здесь облетим всю эту дребудень, все эти горы. Они нам уже не помеха. И куда нас заведет нелегкая наша тропиночка? Оу. А ты сечешь, хо-хо. Еще бы не секу. Так, ребят, ну что, давайте сходим. 50 уровень. И у нас, ребятушки, с вами вторая попытка здесь. Первую я, к сожалению, неудачно прошел. Мне пришлось выйти и набрать немножко уровня. Потому что колбасят меня здесь. Сейчас посмотрим, справлюсь я или нет. Так, лапы. Будем жечь их. Так. Горите. Ух, сколько опыта. Ё-моё. Шикарно. Мне немножко осталось и 48-й будет. Так, жгем этих. Блин, голова, отвали от меня, а. Тут все-таки 50 уровень. Они немножко посильнее, чем были до этого. Так, хорошо. Так, я не знаю. Или сжечь, или переодеться. Не, давайте, наверное, переоденемся по-быренькому сейчас с вами. Так, и расколбасим. Внизу у нас, по-моему, виверна находится. Да, так и есть. Ледяная. Ну-ка, опа. Улизнули. Черт, она меня достала. Как-то неудобно стоит она здесь. Блин, надо ее вот сюда, наверное. А, там тоже хреново, ребята. Ладно, давайте вот здесь вот, на этом пятачке будем с ней драться. Ага, пока хорошо. Ну, смотрите, как медленно у них отнимается ХП. Это из расчета того, что я сюда пришел, набрал почти 1,5 уровня. Так. Давай, гнида. Помирает уже, а. Виверна ледяная. Так, еще немножко и готово. Так, у нас там стоит, значит, барашек этот. И потом еще две лапы и черепок. Так, ну это легко все получилось у нас. Этих придется нам, ребята, бить в магии для начала. Потому что бить их бесполезно. Так, вот шапка, все. Забегаем. Гуляем и убегаем. Ну, эх, не добили чуть-чуть. Ладно, давайте еще один раз. Ай, блин, промахнулся. Ту лапу не добил я, к сожалению. Сейчас я ее вот так вот в круговую. Пока.
Так, ну и что, теперь можно разобраться уже с этой головой. Опять же, нам приходится все время переодеваться здесь. Так, и где же? Ага, вот. Ну давай поговорим, как кот с монстром. Дудки. Я уже научен здесь все горьким опытом, как нужно себя здесь вести. Ай, нету. Так, еще одна черепушка. Так, иди-ка, получи. Да, конечно, хочет меня ударить, но... Тихо. Шипы эти поганые, блин, причем когда на шипах стоишь, ты ничего не можешь делать. Ни бить, ни применять магию, ничего вообще. У тебя просто хпшки улетают. И ты как беспомощный. Ай, опять здесь надо будет магией. И получается здесь тоже. Ладно, опять давайте по-быстренькому одевать свои магические эти костюмы. Шапка и посох. Посох мне нужен еще. Все. Давайте, как обычно, забегаем, пуляем, убегаем. Так. Ай, кошара. Вот этот кошара меня, кстати, в прошлый раз и заколбасил. Так, ладно. Теперь нам что надо сделать? Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Так, и вот так. Переоденемся в ближний бой, добьем эту черепушку. Блин, у меня очень мало хп, мне не нравится. Ну, так, все, иди сюда. Будем тебя жарить. Ай-яй-яй. Так, добили, все, шикарно. О, 48 уровень. Ну, это уже другой разговор, ребята. Это просто великолепно. Потому что у нас, соответственно, подросла и сила, и все. Ну чё, кошара, иди сюда. Будем сейчас с тобой тут лялякать по душам. Дракот. Да, он чем-то напоминает дракота, только... Как сказать? Призрак, может быть, что-то в этом роде. Чё-то он мне всё-таки гад поджарил малька, а? Смотрите, как у него тяжело отнимаются хпшки, ребят. Вот и приходится его колбасить. И причем аккуратно. У него две, опять же, ближний бой и огненная магия, вот это вот. Не попасться бы... как всегда. Нельзя попадаться ни туда, ни сюда. Больно слишком бьет он. Ай-яй-яй, тихо. Черт бы его побрал. Не пойму, блин. То он, как сказать, по очереди это применять, то сразу все вместе. Нету, так сказать, определенной тактики для него. Как хочет, так и бьет, а? Ну-ка, подхил. Так, сейчас будет что-то делать. Ага, вот, огненная пошла. Смотри, я думал, сейчас мы пробегу по баринкам, а он сделает удар. Нифига он не стал делать. Ладно, в любом случае, мы его должны сейчас забомбить. Так, готов. А дальше здесь все легко и просто. Так, у нас здесь остались лапы. Тут у нас кто-нибудь будет сейчас? Ага, нету никого. Ладно, здесь придется опять же переодеваться в магические шмотки, забегать, жахать магией, ну и отбегать, как обычно. В общем, по нашей старой тактике. Жарим. Отбегаем. Добьет? Нет, не добьет. И еще раз повторяем. Все, а с этими охламонами уже придется в рукопашку драться. Так, давай-ка мы так свой старый прикид оденем. И желательно по одной. Вот, иди сюда одна. Не надо, чтобы они тут вдвоем бегали. Ну, все. Ай-яй-яй, опять я напарусь на эти шипы. Им, блин. Ай, елки-палки, да что ж ты будешь делать? Все, добиваем. Ага, конечно, добили. Ясненько. И осталась последняя черепушечка здесь. Так, давай, иди-ка сюда. Опа, нормулю сейчас получилось у нас. Практически без урона. Уносим лапы, быстро. Как скажешь. Мне и самому здесь толком надоело. Так, где у нас вот, вот выход. Что сейчас, интересно, произойдет? Приготовься, сейчас будет новая запись. Ага. Обнаружен Дракот, запуская запись 4729. Дракот? Элюса предали. Ух ты. Они заперли его в нулевом измерении. Как нам его спасти?
Сила. Нам нужно больше силы. Ого, ничего себе, он тебе армию там готовит. А может, ты уже достаточно силен? То есть дракот, он тоже давакот? О, вот оно что. Это последняя запись, хо-хо. Большелап передает тебе несколько светящихся осколков. Драконьи осколки, за этим мы сюда и пришли. Отнеси их к кошелатке, она изготовит для тебя особое оружие. Удачи вам обоим, хо-хо. И 49 уровень. Так, ребята. Значит, нам нужны эти осколки для того, чтобы сделать из них или доспехи, или оружие. В общем, сейчас кошелатка нам что-то скует, я надеюсь. Привет, котятки мои. Чем я могу помочь вам сегодня? Нам нужно оружие, чтобы спасти сестру моего партнера. Ты отдаешь драконьи осколки Коше. Драконьи осколки? Ого, парни, где вы их раздобыли? О, я такое могу сделать с ними. Котятки мои, приходите позже, ладно? Заберете свое замурчательное оружие. Так, и что? А, вот сюда? Вот теперь мы готовы спасать твою сестру. Похоже, тут нам придется расстаться. Мне будет очень тебя не хватать. Но не волнуйся, я все равно продолжу за тобой приглядывать. Ведь духи-хранители для этого и нужны. Не понял. Привет, котятки мои, все готово, можете приходить и забирать. А что, нас покидает дух? Ну как вам это? Драконобоец. Ё-моё, а что такой... Блин, имей в виду, его еще можно не раз улучшить. Если вас это заинтересует, я повешу задание на городскую доску. Конечно, заинтересует, ёлки-палки, о чем ты говоришь, кошечка, ладка. Ну что, напарник, отправляемся к ледяной лапе. Так ты же вроде меня покинуть хотел. Не пойму. Великий драконобоец. 50 уровня задания. Если тебе нужна сила, найди меня. Ага. Что, парни, ищете чем улучшить свой драконобоец? Слыхали когда-нибудь про источники силы? Это такие особые места в нашем мире, где сильная концентрация природной магии? Наверное. Принесите в такое место свой драконобоец, и он наполнится силой за несколько минут. Мне известно только одно такое место неподалеку. Оно расположено в темном лесу. Удачи, парни! Великий драконобоец. Так, ребятушки, темный лес. Осторожнее, там в лесу видимость плохая. Да мне плевать. Мяу, что-то случилось с драконобойцем. Он то потухнет, то погаснет. Да, пустяки, дело житейское. Хм, давай-ка сперва унесем отсюда лапы. Ну, давай. Так, что тут? Не пойму. Приземлиться надо. Ого, эта тропинка только что тут возникла. Хвост даю, она ведет к ближайшему источнику силы. Ладно, полетели. Островок. Драконобоец опять то загорится, то погаснет. Ничего не понимаю. Я чувствую присутствие магии. Мы уже близко. Озеро Фелинград неподалеку. Хочешь проверить? Конечно, давай все проверять, что ты нам посоветуешь. Я уже на все согласен, лишь бы у меня был хороший меч. Ну и что тут у нас? Есть ощущение, что это то самое место. Когти наружу, что-то приближается. А, смотрите, опять у нас тут морское чудовище и по парочке пирань. Ладно. Но не такие уж они и ватные, как в прошлый раз были. Но я думаю, все равно заколбашу их. Ага, давайте подхил. И вот с этими двумя еще разберемся. А потом уже будем и чудище-то валить. Ага, замечательно. Все у нас идет тип-топ. Так, подхил. Ну что, чудовище, иди сюда. Так, оно с черепком. Блин, а это означает, что очень хреново нам придется с ним драться, ребят. Я не знаю. Можно было бы, конечно... Давайте вот так вот сделаем. Посмотрим заодно, да? Что у нас представляет из себя этот меч. Оу! Вот это я жарю, вот это вот хорошо. По 124 дамага наношу. И это оно еще усилится у нас. Так,
это будет вообще сказка. Просто сказка, а не меч. Так, иди сюда, иди. Ну что ты не делаешь? А, вот, делает он свой удар. И, естественно, мы сразу в контратаку. Оп, блин, сжарил все-таки. Ладно, мы выжили, это самое главное. Но на 200 он наносит мне дамага, тоже немало. Драконобоец сияет в полную силу. 99 уровня, нихера себе, ребята. Мы это сделали, напарник. Дракон даже не поймет, что его убило, хе-хе. 50 уровень зарабатываем. Блин, чем дальше, тем круче, мне нравится. Так, и сейчас мы куда с вами летим, ребятушки? Так, давайте-ка посмотрим. Запретная история. 99 уровень на задание, охренеть. Так, ледяная лапа, нам в принципе сюда и нужно, насколько я помню. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами... Я думаю, что надо сохраниться, да? Давайте сохранимся, фиг его знает, что там нас ожидает. А так лишний раз себя перестрахуем. Так, подожди, а почему я не могу? Почему не могу? Отдохну... А, вот, все. Игра сохранена. Ну, а теперь со спокойной душой, естественно, мы с вами отправимся в ледяную лапу и будем смотреть, что нас тут ждет. Пора с этим заканчивать. Так. Она вас ждет, мухаха. А, вот она, сестренка. Опять нас дурят, по ходу дела. Что-то приближается. Интересно, и что? О, ё-моё, да ладно, хорош, блин. Три дракона сразу. Так, ну ладно, хотя бы разбираются нормально. Это один из первых драконов, ледяной. Так, нет, нет, не бывать этому. Я помню еще до сих пор тактику борьбы с тобой. Так что, меня ты так просто не знаешь. Главное, чтобы эти не среагировали. Если бы они сейчас втроем бы на меня здесь напали бы, поверьте, ребята, заколбасили бы. Ну, а так как можно их по одному бить, это очень даже замечательно, что дали мне такую возможность. Так, ну иди сюда. Причем, ребята, заметьте, у меня меч-то 99 уровня. И посмотрите, сколько я им наношу дамага. 135. Вы представляете, если бы я бил его обычным оружием? Ну-ка, иди сюда. Огненный дракон. Черт, подери. Ладно, не так уж сильно он вжарил мне. Ой, елки-палки. Забывай, что у них еще ближний этот урон есть. Так. Черт подери, вообще что-то расхлебался я. Ай-яй-яй-яй-яй. Начинаю дурачка валять. Так. Вот, теперь можно атаковать смело. Добиваем его. Готов. 51. 51 уровень мы получили с вами. Так, ну а этот балбес мы его сейчас легко заколбасим, потому что у него крестовой удар, но не такой, как он думает. О, а вот здесь вот плохо. Все, это вообще плохо. Мяу, куда делась твоя сестра? Сам бы... А, вот она, вот она. Так, похоже, твоя сестра прошла внутрь. Мр-мр-мр. Готов, напарник? Назад пути нет. Нет, ребятушки, я не готов. Наверное, я на этом, скорее всего, буду завершать эту серию. Сейчас мы с вами запишемся и продолжим уже проходить в следующем выпуске. Ну, а пока мы тут сохраняемся, ребята, хочу всех поздравить с наступающими новогодними праздниками. Пускай в новом году вас ждут всегда успех, удача, здоровье, побольше вам денег. Пускай сбудутся все ваши мечты и пожелания. Ну, а на этом все, ребята. Увидимся в следующей серии. Всем пока и удачи вам!